Акмолинскому региону выделено 15 миллионов тенге для реализации проектов по контролю за бесхозными собаками и кошками. Животных необходимо доставить в пункт временного содержания, где их содержат, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. Если животное болеет бешенством, то его умерщвляют. Срок пребывания четвероногих в приютах – 10-14 дней. Управлением ветеринарии разработаны и утверждены решения Акмолинского областного маслихата, правила отлова временного содержания и умерщвления животных, а также правила содержания и выгула домашних животных в городах и других населенных пунктах Акмолинской области. Акиматами районов и городов в настоящее время проводятся мероприятия по легализации с выделением земельных участков и легализации зданий. В текущем году количество укусов бродячих собак сократилось на 34%, однако с текущего года в стране запрещен отстрел бездомных животных. Строительство и содержание пунктов временного содержания и приютов находится на контроле местных исполнительных органов районов и городов областного значения. Проблема в том, что на текущий момент в области нет спецприютов, которые отвечают всем условиям безопасного содержания собак и кошек. Укусов в прошлом году было 1617, а в этом году около 800 за 9 месяцев. Уже щенки пошли, уже, да. На улице видно, что они чувствуют, что отстрела нету, и собаки, да, много. Отстрел собак, как раньше было, запрещен. И применять химические средства, любые ядовитые средства запрещен. Из-за этого, если будет отстрел, рассмотрен административный штраф 300 МРП. В регионе проводится розыгрыш тендера на обустройство приютов. Одним из требований участия в розыгрыше тендера является наличие необходимых коммуникаций и оборудования. Но убедиться в наличии всего необходимого не получится. В стране действует мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. В такой ситуации остается только верить, что работы в потенциальном приюте будут исполнены надлежащим образом. Василий Павлиди, Медет Кайыркенов, Кокше, Акпарат.